Страна труда – это сотни трудовых профессий со всего Казахстана. Страна труда – это калейдоскоп лиц тех, кто составляет основу нашего общества. У нас есть три зоны, которая первая зона — это под кристаллизатором, это то есть охлаждение. Ну, уже заготовки, которая выходит, получаем форму заготовки. То есть мы из жидкой стали делаем твердые заготовки. Попадание в кристаллизатор уже начинается, кристаллизуется, то есть создается тонкая корочка, уже формируется заготовка в кристаллизаторе. Интересно, что с жидкой стали мы получаем твердую, да, какие-то свои процессы. Ну, можно сказать, даже адреналин, да, вот с жидкой сталью. Нам с УПК попадает жидкая сталь. Ну, то есть постановка сталь ковша на поворотный стенд, одеваем цилиндр, ну то есть который открывает затвор, чтобы потекла жидкая сталь. Открываем сталь ковш, то есть жидкая сталь попадает в промковш, попадает в кристаллизатор, там кристаллизуется и уходит на охлаждение. При развороте, при замене плавки, ну то есть мы разворачиваем, вот мой коллега обдувал защитную трубу, в общем открывали сталькош, чтобы пошла жидкая сталь. Это безусловно, так оно и есть. Каждый, допустим, если видно, да, что коллеге трудно, мы как бы работаем всегда плечом к плечу. Ну, мне кажется, каждый человек, если видит какой-то, как сказать, результат своей работы, мне кажется, каждый человек получает удовлетворение. Ну, я вам не могу сказать, какая была у меня мечта, кем стать. Но вот так вышло, что я стал металлургом. Я так думаю, что она важна для Республики Казахстан. То, что мы получаем заготовки, да, которые из заготовки делаются уголок, арматура, ну и так далее.